А это любовь, новая любовь нашей семьи. Это новая линейка функционального питания. В прошлый раз я заказала 15 штук, и мы съели это все за один день, за сутки. Поэтому в этот раз я взяла уже 35 штук, чтобы хотя бы на недельку, на две хватило. Давайте расскажу вам. Вообще это, можно сказать, батончики. Вот есть протеиновые батончики, есть мюсли, разного вида, есть просто мюсли, да, с фруктами, есть вот инжирно-злаковые батончики. Вот, полностью идут они низкокалорийные, 100% натуральные. Вот видно, 94 калории всего в одной порции. Отлично подходит для перекуса. И плюс я беру своим детям, так как это все натуральное, безопасное. Сейчас мы не приобретаем уже киндеры, сникерсы. Есть несколько видов, как я уже говорила, да, вот смотрите, инжирно-злаковый батончик с яблоком и корицей, это с клубникой, это с черникой и фруктами, так, это тоже клубника, апельсин, яблоко, корица, это мюсли с яблоком, несколько взяла, потому что мы в прошлый раз пробовали, понравилось. Это протеиновые батончики, которые у меня растаяли, пока я доехала до дома. Вот с орехами идут и здесь с шоколадом. Очень вкусно. Это в основном протеиновые батончики ест либо мой муж, либо я. Вот. Мюсли с земляникой и фруктами. Вот манго и фрукты. Это вот фаворит нашей семьи. Так, мюсли с апельсином, с малиной. Тоже малинка. Протеиновый батончик с бананом. И вот протеиновый батончик именно с орехами очень-очень вкусный, мне понравились.